Влюбленный в Симбирск и знавший его досконально, в Ульяновске открылась выставка «Город Симбирск и его летописцы». Посвящена она исследователям, которые внесли огромный вклад в изучение региона. Слово Дарье Цыбиной. Имя Сергея Петрова неразрывно связано с историей Ульяновской области. Почти всю жизнь он посвятил ее изучению. Сергей Борисович ежедневно добывал интересные сведения о нашем крае. Благодаря ему стали известны имена наших земляков-исследователей – Розанова, Розова, Крата. Он же прославил регион как родину Колобка и буквы «Ё». Сергею Борисовичу мы будем бесконечно благодарны и признательны за то, что он расширил наши научные горизонты, и посетители музея теперь тоже могут это все видеть как в нашей основной экспозиции, так и вот на этом выставочном проекте. Первым летописцем истории Малой Родины считается Николай Карамзин. Для Александра I он написал краткую историческую записку, где рассказал про Симбирск и его окрестности. Этот выдающийся личность оказала большое влияние на все, весь процесс, исторический процесс, потому что он является основным и первым историографом нашего государства. Экспозиция посвящена юбилею города Ульяновск. Выставочный проект – это повод вспомнить об историках, краеведах, архивистах, ученых, которые запечатлели историю края в своих трудах. Города, они имеют, конечно, каждый город имеет богатую и славную историю, но знаем мы эту историю благодаря замечательным людям, энтузиастам. Познакомиться с экспозицией исследователем нашего края можно будет в ноябре в музее «Симбирская классическая гимназия».